Более 30 тысяч обращений поступило от жителей посредством электронной связи в 2020 году. Об этом в четверг в программе «Диалог с властью» рассказала руководитель муниципального центра управления регионом городского округа Мытищи Оксана Лялькина. МЦУР – это структура, которая создана для эффективного взаимодействия с населением и объединяет жалобы и обращения, которые поступают в систему «Добродел», дежурную диспетчерскую службу округа, в службу 112. А мы взаимодействуем абсолютно со всеми структурами городского округа. Это и ресурсоснабжающие организации, и управляющие организации, эксплуатирующие. Также обязательно у нас налажен диалог с застройщиками, которые не всю территорию еще застроили и передали на эксплуатацию. Одним словом, полное взаимодействие всех структур, опять же, для того, чтобы единая цель, чтобы заявитель, житель округа остался, не остался без внимания, остался доволен ответом, который ему предоставляется на портале «Добродел». Оксана Лялькина также напомнила, что с декабря 2020 года обращения могут оставить только пользователи, зарегистрированные в единой системе идентификации и аутентификации. Такое новшество позволяет определить реальный круг проблем, оперативно решать вопросы с конкретными заявителями. Стало гораздо удобнее работать. Если указан номер телефона, мы можем связаться, мы можем пояснить нашу ситуацию. Очень многие заявители, которые обращаются на портал, они идут навстречу, они отзывчивые, они понимают суть проблемы, и если мы действительно не можем решить ее в те сроки, которые нам устанавливает портал, то мы договариваемся о других механизмах решения вопроса. Также существует, если адрес электронной почты, то и письма направляем заявителям. То есть это удобнее для работы. Полную версию эфира можно найти на нашем сайте. Там же размещены и другие выпуски программы «Диалог с властью».